Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером. Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу МИД, Филипп Рикер назвал Азербайджан сильным партнером США и что Вашингтон придает большое значение двухсторонним отношениям. Рикер положительно оценил достигнутые соглашения между Азербайджаном и Арменией по прекращению военных действий. В то же время он выразил обеспокоенность последними событиями в регионе, в частности напряженностью на границе двух стран, отмечается в сообщении МИД. Рикер также выразил сожаление по поводу недавней гибели азербайджанских журналистов и чиновников в результате разрыва мины. Он подчеркнул желание США помочь разрешить существующую напряженность, сославшись на усилия США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. В свою очередь Байрамов проинформировал представителя Госдепа о постконфликтной ситуации в регионе, незаинтересованности Азербайджана в обострении ситуации, предпринятых Баку шагах по реализации трехсторонних заявлений, а также о безответственном поведении Армении, отказе предоставить информацию о минных картах, отправке армянских диверсантов на территорию Азербайджана с целью установки мин.